В Якутске началась массовая вакцинация детей от инфекции, вызывающей заболевания дыхательных путей. С сегодняшнего дня дети и подростки могут получить бесплатную прививку от пневмокока. Детские поликлиники столицы и Центр иммунопрофилактики получили более 1000 доз вакцин. Подробности далее. Вакцинация только началась, но перед процедурным кабинетом уже собираются семьи с детьми. Мария Засеркина регулярно делает сыну все прививки, которые входят в национальный календарь прививок, так как в садике дети постоянно заражают друг друга. Уже нам 3 года, вот у нас последняя прививка. Тем как мы можем поставить, вот наконец-то все закончим, весь курс, ну, основных прививок. Были такие опасения, но я решила, что буду ставить все равно все, но не как положено, вот все с копом. Ну, мы так постепенно. Подлежат вакцинации от пневмокока часто болеющие дети, а также мальчики до призывного возраста. Вакцина защищает от болезней органов дыхания, начиная от пневмоний и заканчивая такими осложнениями, как острые отиты, сердечно-сосудистые заболевания и менингит. Есть в нашей стране 2-3 даже зарегистрированные вакцины, которыми предварительно можно провести профилактику как у маленьких детей, так и у пожилых людей. Вот одной из таких вакцин является вакцина Превинар. Вакцина Превинар произведена в Великобритании. С 2014 года Превинар входит в национальный календарь прививок. Вакцина имеет широкий спектр действия, защищает стрептококков различных групп. Вакцина вводится внутримышечно, переднюю боковую поверхность бедра маленьким детям, начиная с 2 месяцев, старше 2 лет детям и взрослым в область дельтовидной мышцы плеча. Вторая вакцинация в 4,5 месяца и ревакцинация в 1 год и 3. Детям с 2 лет препарат вводится однократно. Нет необходимости посещать врача спустя несколько месяцев. Вакцина от пневмококковой инфекции практически не вызывает неблагоприятных реакций и прекрасно переносится. Количество вакцин ограничено. Поэтому, несмотря на сезонный спад обращений в поликлинике, Управление здравоохранения Якутска планирует закончить иммунизацию детей и подростков до начала занятий в школах. Сыргылана Федорова, Владимир Таюрскин, ВК Саха, Якутск.